Правовой день. Жители Атырауского сельского округа встретились с представителями Департамента юстиции Атырауской области. На прошедшем заседании с целью разъяснения и пропаганды 5 социальных инициатив президентом, повышения правовой культуры, специалисты региональной палаты, частные судебные исполнители и адвокаты ознакомили местных жителей с изменениями в сфере исполнительного производства и регистрации недвижимого имущества, с реформами адвокатских услуг. Кроме того, были затронуты вопросы безработицы и обеспечения жильем, часто беспокоящие население. Разъяснены новые изменения в назначении пенсии и пособий, которые вступят в силу с 1 июля. Не осталась в стороне тема налогов, недвижимости и взыскания алиментов. Жители сельской местности не всегда правильно понимают законные аспекты некоторых вопросов. Мы разъяснили новые изменения в законах. Постарались ответить на вопросы, касающиеся не только Департамента юстиции, но и в целом всего права. Такие семинары ежегодно проводятся Департаментом юстиции. Это очередное мероприятие.